Первая беременность долгожданная, поздно вышла замуж. Первый международный конгресс начался 18 августа, в рамках которого ведущие гинекологи и эндоскописты провели лапароскопическую уникальную операцию. Удаление опухоли было сделано с сохранением матки без разреза. За процессом в режиме онлайн наблюдали участники первого международного конгресса по эндоскопической хирургии и гинекологии без границ. Я работаю врачом-гинекологом более 40 лет, и пациенток мы оперировали по лапаротомическому методу. На конгрессе же стало понятно, что будущее за лапароскопическим методом, то есть вылечить гинекологическую болезнь женщины можно без рассекания. Интегральная теория – это автор Петерсон. На конгрессе ведущие гинекологи и эндоскописты поделились своим опытом успешного оперирования и рассказали о преимуществах эндоскопической хирургии. Лапароскопия или эндовизуальная хирургия – это одно из современных направлений в хирургии. Она позволяет полностью визуализировать хирургическое вмешательство, плюс использовать визуализацию для подготовки специалистов. Теперь не обязательно стоять на скамеечке над операционным столом, чтобы посмотреть, что там делает хирург, потому что все эти операции записываются, и их можно уже после вместе с коллегами разбирать, анализировать. По словам организаторов, в конгрессе кроме врачей из-за рубежа приняли участие более 100 врачей всех регионов республики. Здесь они смогли повысить уровень знаний и информированность в области сохранения женского здоровья. Мы обмениваемся, показываем друг другу как практические, так и теоретические навыки. Да, лечение только как и в консервативном, так и хирургическим путем. Ну, наша основная цель, чтобы наши доктора из регионов ближнего и дальних тоже зарубежья показали не только хирургическую, но и познакомились, и обменялись опытом в лечении, в дальнейшем тактике ведения именно в репродуктологии. В ходе конгресса врачи и эксперты представили доклады и обсудили последние мировые тенденции развития диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Айзерек Акматова, Нуркамиль Асанов, АЛАТО 24.